Стакан воды. Комнатная температура для того, чтобы запустить метаболические процессы. Дальше. Крем для век. У меня он с самым сильным антиоксидантом из водорослей. Тоже увлажняющий. Универсальный на утро и вечер. С семенами моркови. Очень приятный запах. В общем, все такое бодрящее, приятное. Тоже наносим таким похлопывающим движениями, расслабляющими. Я хочу вас пригласить к созданию списка для новогоднего меню. Так, я себе список оставляла в закладках. Сфотографировала, чтобы легче было ориентироваться. Так, где здесь у нас? А вот и он. Меню. Значит, что я тут планировала? Что-то, может быть, возьму. Вот есть у нас стандартный, в общем-то, неизменяемый годами. Это салат тайский. Его рецепт есть на канале. Если вам интересно, можете посмотреть. Обязательно корейская морковка. Я все это делаю сама. Спаржу мариную, специи, соевый соус. В общем, все это так компоную. Это у меня несколько дней маринуется. Очень вкусно. Так, из закусок, что я точно оставлю, это блинчики с икрой и рыбой. Но икру я, к сожалению, в прошлом году не стала покупать. И вообще, потому что было очень много проверок и столько фальсификатов, что я решила лучше не рисковать. Сырные шарики. Я делала маскарпоне самостоятельно. Получается хороший выход продукта, где-то, наверное, 250-300 грамм. Еще, ну, дальше я не знаю, из закусок, что я буду. Булочки с сыром обязательно, вот такие завитушечки. Вставлю вам фотографию показать. Очень вкусно, пряно. Я в этот раз хочу добавить туда пармезан. Мы не делаем на Новый год оливье, потому что у нас самый любимый салат – это под шубой. Я обожаю селедочку, все там, что с этим связано, мне очень нравится. Основное пока не знаю, мы его каждый раз меняем. А вот то, что остается, это торт бисквитный, мой фаворит. Регулярно его делаю, вы его видите всегда на моем столе, на фотографиях. Имбирные печенья буду обязательно делать. Домик, пирог в этом году, скорее всего, не буду делать. Ну, что-то не очень хочется. Мармелад буду обязательно делать. Шишка, десерт. Очень вкусно. Рецепт есть на моем канале. Настолько это весело все происходит. Ну, просто балдёж. А вот и утвержденное новогоднее меню. Предвкушаю то, что сегодня вместе с вами мы будем наряжать новогоднюю елку. Мы уже полакомились своими кормушками, печеньями, птички. В этих пакетах то самое, зачем мы поднялись. Вот так много, вот так хаотично и пока не очень симпатично. Ох, я уже дома все принесла. А мы будем заглядывать в коробочки. Эта коробочка осталась еще от бабушки. Мы храним это все очень бережно, ценно для нас. Эти елочные игрушки стеклянные. Я стараюсь их максимально сохранить. В них память, тепло, уют. Различные и новые, и старые. Не шары, а какие-то формовые фигурки. У нас на елке разноцветные игрушки. Мы не придерживаемся какой-то одноцветности. Аккуратненько. Вот такой малыш. Вот просто то, что понравилось, то, что приглянулась взгляду, то и отправляется к нам на елку. Выглядит это безумно красиво. Что еще у нас здесь? Вот такой вот зайчик. Набор. Просто красота невероятная. Делали с вами в прошлом году вместе. Так прекрасно они сохранились. Какая красота. И искусственный снег не облетел.
А право открывать елочный карнавал игрушек на елке предоставляю дебютантам из соленого теста. Вы просто не представляете, насколько трогательно знать, что эта идея вас вдохновила, и многие из вас писали и пишут мне, что уже сделали своими руками новогодние игрушки для своей елки. С теплом ваших рук, творчеством, полетом фантазии — это просто бесценно. И память на долгие годы, так как такие игрушки могут храниться десятилетиями. Ух, такой звук. Я еще на нее обязательно в течение года добавляю несколько капель эфирного масла хвои, поэтому она благоухает. И собираем елку! Разложила веточки по размеру. Саму сборку елки я никому не доверяю. Но как только елочка будет собрана, я позову всех, и мы будем все вместе наряжать елку. Я обожаю эту традицию, поэтому какого-то особого схематичного наряда и вот какого-то расположения модного и так далее у нас нет, потому что каждый берет свою игрушку, которая ему понравилась, и развешивает там, где ему захотелось. Ароматный чай, потрескивание поленьев в камине, вид падающего снега. Все это настраивает на приятный и уютный вечер.